Среди освобожденных по закону Савченко, вернувшихся обратно в места лишения свободы, в Одесском регионе нет. На сегодняшний день освобождено 327 человек. Еще немного более тысячи людей, которым был применен закон, но еще не наступил срок окончания их отбывания наказания. По Украине где-то в районе 5000 освобожденных с места лишения свободы. К счастью, по Одесской области на сегодняшний день информации о том, что кто-либо из этих людей совершил преступление и снова вернулся в места лишения свободы, нет. Напомню, закон вступил в силу в конце декабря прошлого года. Его смысл в том, чтобы разгрузить СИЗО и восстановить права, ограниченные во время содержания под стражей. Суды обязаны учитывать осужденным каждый день, проведенный в следственных изоляторах, как два дня отбытия наказания.